Приглашается Виктимский Дмитрий, Россия, Хикару, Фудзимаки, Япония. Виктимский Дмитрий, Россия, and Хикару Фудзимаки from Japan are invited to tatami. Готовится Балынка Константин, Россия, Соловьев Дмитрий, Россия. Balinka Konstantin, Russia, and Solovyov Dmitry, Russia, please get ready. Please
приглашается Волынка Константин и Соловьев Дмитрий, представители России. Готовятся Кента Мори, Япония, Абавян Армен, Армения. Valinka Konstantin, Russia, and Solovyov Dmitry, Russia, are invited on tatami. Kento Mori from Japan and Abovan Arman from Armenia are invited to get ready. Одна минута дополнительного времени. Очень высока ставка, титул чемпиона мира. И не важно, что спортсмены с одного города, с одного зала тренируются у одного тренера. Сейчас это не имеет никакого значения, потому что титул чемпиона один. И только один из них будет действительно вписан в историю мирового детского кикбоксинга. Если этого не будет достаточно для судей, то взвешивание будет назначено. В случае невыявления победителя по результатам взвешивания, у нас будет последняя дополнительная минута, после которой судьи обязаны вынести решение. Итак, очень хочется, чтобы спортсмены предоставили основания нашим профессиональным судьям для все-таки определения победителя.
вывешивание на татами. There's a draw tatami, so the procedure weighting will be conducted. Разница в весе должна составить при полной экипировке, в которой велись бои, 2,5 килограмма ровно и более. The difference in weight should be 2.5 kilos exactly or more. 54 килограмма 400 граммов весит спортсмен Соловьев. Волынка. The weight of Волынка is 55 kilos 400 grams. И ровно 56 килограммов весит спортсмен Соловьев. And the weight of Соловьев is exactly 56 kilos. Путем небольшого вычисления мы с вами понимаем, что разницы недостаточно. Итак, дорогие судьи, обязательное решение после окончания этой минуты. Дорогие друзья, спортсмены, зрители, мы можем с вами поболеть, если нам кто-то из них понравился больше. Additional time, one more minute. Очень сложно рассмотреть красоту, потому что у них шлемы, пояса одинаковые, но здесь только техническое преимущество. Итак, в этой сложной борьбе путем волевого решения рефери Соловьев Дмитрий одержал победу, и его соперник Волынка Константин стал серебряным призером. The winner is Aka Соловьев Дмитрий. His counterpart, Volinka Konstantin, gets second place. На татами приглашается Кенто Мори, Япония, Абабян Армен из Армении. Кенто Мори, Japan, and Абабян Армен from Armenia are invited on tatami. Готовится Фефилов Павел, Россия, Такума Канеда, Япония. Fefilov Pavel, Russia, and Takuma Kaneda, Japan, please get ready. В этой весовой категории, где мы сейчас видим финалистов, третьи места заняли спортсмены из России и Японии. Это один из таких национальных, международных у нас, и Болгарии, то есть Россия и Болгария заняли третьи места, парни. А вот Япония и Армения будут выяснять титул чемпиона. Самый международный наш финал. Через два поединка на татами смена судейской бригады. Просьба приготовиться. Богдановский Андрей, Фудзиюский, Мартынов Петр, Петр, Соловьев Олег, Панкратов Константин. И выводящие Ржевский Виктор, Чернухина Диана. After two fights, they will be shifted to judging team. After two fights. Please, Богдановский Андрей, Russia. Фурджинюски, Japan. Мартинов Петр, Болгария. Соловьев Олег, Russia. Панкратов Константин, Russia. Жевский Виктор, Russia. Чернухина Дина, Russia. Get ready.
Можно, конечно же, поздравить армянскую делегацию. Это их первая звездочка, первый чемпион мира. The first world champion from Armenia. Congratulations! На татами приглашается Фефелов Павел и Такума Канеда, Россия, Япония. Fefelov Pavel, Russia, Takuma Kaneda, Japan, are invited to tatami. Takuma Kaneda from Japan gets gold medal. Fefelov Pavel, серебряный призер. Fefelov Pavel from Russia gets silver medal. На татами приглашаются Рея Такунага, Япония, и Тимченко Сергей, Россия. После этого поединка смена судейской бригады. Ryoya Takunaga from Japan and Chimchinka Sergei from Russia are invited to tatami. Готовятся девушки 16-17 лет. Королева Татьяна, Россия. Харуми Намба, Япония. Girls from 16 to 17 years old are supposed to get ready. Королева Татьяна from Russia and Харуми Намба from Japan. After this fight, they will be shifted to judicial brigade. Судейская бригада номер 3. После этого поединка смена бригады, поэтому, пожалуйста, строимся, готовимся. Выводящий судьи Ржевский Виктор, Чернухина Дина. Петр Соловьев Олег Панкратов Константин.
Судейская бригада номер 3. Рефери Богдановский Андрей. Боковые судьи Фудзи Юске, Япония. Мартынов Петр, Болгария. Соловьев Олег, Россия. Панкратов Константин, Россия. Итак, на татами приглашаются юниорки 16-17 лет до 55 килограммов. Королева Татьяна и Харуми Намба, Россия, Япония. Girls from 16 to 17 years old, under 55 kilos. Королева Татьяна from Russia and Харуми Намба from Japan. Готовятся Зазуля Эмилия, Россия, Катышева Екатерина, Россия. Зазуля Эмилия from Russia and Катышева Екатерина from Russia, please get ready.